вообще огонь просто, смотрите, как она лежит. Я освобожденный Джанго, мне не гадала Ванга, не пробовал манго, не завышалась планка. Но кто бы мог подумать об одном, мы в силах тормозить, но нога до упоров. Так, ребят, всем привет, сегодня мы сидим с Егором, сейчас снимаем пружины, будем их резать, как сзади, так, наверное, и спереди. Вон у Егора, даже боевая шуха его стоит, хулиганский стоц. Да ебать тебя, бля! Все нормально. Да-да-да, все нормально, просто без мата делать российские машины, это нереально. Всегда, всегда помогает, да, Егор? Да, да у тебя еще, видишь, у тебя еще семечки есть, у тебя жизнь вообще простая. Да, главное, что они еще не мои. Ну ладно, сейчас мы скинем пружину, пильнем ее, все будет четенько. Ебаная. Все, поехали, сейчас режем. У меня, блядь, очко играет. Срезали, получается, виток, убрали виток. Все, сейчас ставим, короче, обратно, посмотрим, как у нас будет жопа. Мне немножко страшно, честно говоря, как оно получится. Да. Так, вот для примера, без посадки, без резки пружин, так сказать. У тебя уже левая одна сторона, да, а одна уже сторона вырезана. Спилена. Вот. То есть левая это еще не пилили, ничего не делали, вот сейчас сравните. Как четенько она села. Все, еще надо будет перед. Перед вообще сейчас очень сильно задран на самом деле. Вообще. Так что будем делать дальше. Блин, ребята, она даже загруженная. Полный, с полным багажником такой не было. Вообще огонь просто. Смотрите, как она лежала. Сейчас четенько, почти по арочку. Офигенно. Сучек возить нахуй. Красавчик Вася. Так происходит у нас процесс стяжки пружин. Сейчас будем резать. Ты что, стянуть, блядь, надо сначала? Стянуть надо, да. Дорого. Все, сейчас все покажу. Так, ребята, все, мы спилили пружины. Большое спасибо за помощь Егору, за мотивацию к этому, короче. Все перед, зад, все пилено, короче, перед не стали сильно лучше. Потому надо что там. Перед, надо было два витка хуярить. Ну да, да. А и так не идет. И так нормально, да-да-да, вообще круто смотрится. Здравствуй, солнце мое!